Здравствуйте, ребята! Я сегодня хочу вас пригласить на прогулку по голубой планете. Что такое голубая планета? А это наша с вами планета Земля, на которой все мы живем. Она имеет такое цветоназвание из-за огромных площадей воды, расположенных на ее поверхности. Я сегодня подготовила для вас вопросы викторины по географии и астрономии, и я надеюсь, что вы с увлечением ответите на них. Возможно, вы узнаете даже что-то и новое. География – это увлекательный предмет, изучающий земную поверхность, океаны и моря, окружающую среду и экосистемы, а также взаимодействие между человеческим обществом и окружающей средой. Само слово география в буквальном переводе означает с древнегреческого «описание Земли». Астрономия – это наука, которая изучает Вселенную, а именно ее движение, порядок и устройство. А помимо этого, она занимается изучением происхождения и развития небесных тел и систем. Проще говоря, астрономия занимается исследованием космоса, планет и других объектов. География – одна из древнейших наук на Земле. Еще с древнейших времен люди собирали информацию о земной поверхности, передавали ее из поколения в поколение, фиксировали результаты на костях, камнях, скалах и так далее. Наука география происходит от двух слов «гео» – «земля» и «графа» – «описание». И долгие годы она очень точно описывалась именно своим содержанием, то есть это наука об описании Земли. И действительно, изначально география имела только описательный характер. Описывались моря, океаны, страны, континенты. В древние времена развитием этой науки занимались Аристотель, Птолемей, Геродот, Страбон и другие. Эпоха великих географических открытий, это примерно 500 лет назад, продолжалась 2 века. И в это время география была царицей наук. Большое влияние на развитие тех событий сыграли торговцы, которые оплачивали путешествия географов, ожидая получения баснословных прибылей с открытых земель. География в современном мире в основном делится на физическую и социально-экономическую. Физическая изучает материки, океаны, погоду, течения и так далее, а вторая изучает экономическую, техническую и демографическую ситуацию в отдельных регионах и в мире в целом. Понятие «астрономия» возникло в Древней Греции, еще в то время, когда Пифагор и Аристотель начали изучать Вселенную. Считается, что произошло понятие «астрономия» из древнегреческих слов «астрон» – «звезда» и «номос» – «закон». Получается, что переводится оно как «звездный закон» или наоборот «закон о звездах». Предметом изучения астрономии является целая Вселенная. Соответственно, сюда относятся все ее объекты и системы. Ребята, и я прошу вас ответить на вопросы викторины. И первая наша рубрика – это геоассоциации. Я буду вам называть определения, прилагательные перечислять, а вы должны назвать географический термин или понятие, которое у вас с этим ассоциируется. Что объединяет слова? Теплый, холодный, кислотный, звездный, а может быть слепым, грибным и затяжным. Это, конечно же, дождь. Золотой, крупный, мелкий, речной, морской, а может быть даже и сахарный. Это песок. Молочная, подземная, бурная, спокойная, а может быть широкой или узкой, извилистой, горной – это река. Звуковая, световая, воздушная, взрывная, ударная, магнитная и морская – волна. Материковый, вулканический, песчаный, коралловый – морской и даже необитаемый. Речь идет об острове. Метеоритный, транспортный, финансовый, воздушный, людской и даже водный и речной может быть поток. Следующее задание – это шарады. Ребята, шарады – это такие словесные загадки, которые составляются из двух других загадок.
Первый можно из снега слепить. Грязи кусок может тоже им быть. Ну а второе – мяча передача. Важна это в футболе задача. Целые люди в походы берут. Ведь без него они путь не найдут. Что же это у нас получилось? Ком, пас передачи мяча, а получился компас. А вы знаете, что компас изобрели в Китае около 4000 лет назад? Следующая загадка. Начало слова есть местоимение, что выскочки кричат без промедления. А что в конце? Ребенок надевает. Одежда-то без рукавов бывает. У нас получилось местоимение «я», одежда – это «майка», и получился «остров». Очень жаркий, сияет солнце в небесах там, ярко. Ямайка. Следующая. Часть первая – мост, но без буквы конечной. Вторая звучит на болоте беспечно. А целая – местность, любимая пламенно, которую люди зовут Белокаменной. Мост, лягушка говорит «ква», и город получается «Москва». Два слога первые – цветок. В лохань попал мой третий слог. А вместе, если их прочтете, то в волжский город попадете. Астра и город Астрахань. Следующий наш раздел викторины называется «Дело вкуса». Здесь я буду задавать вам вопросы о различных продуктах и их происхождении. Ребята, какой напиток является самым распространенным в мире? Его родиной является юго-западный Китай. А если его не приправить молоком, то англичане скажут, что это просто отрава. А это чай. Какую капусту для укрепления здоровья ели по указу императора в 8 веке в Китае? Очень полезная морская капуста. Говяжья котлета, вложенная в разрезанную пополам хрустящую булочку, получила свое название в честь германского города. Ребята, назовите, что же это за такая котлета в булочке? Это гамбургер. Все знают, а город называется Гамбург. Приятель Пушкина, граф Шереметьев, пожаловался ему, приехав из Парижа. Худо, брат, жить в Париже, есть нечего. У них даже не допросишься. Чего же? Ежедневно потребляем мы с вами, а по словам Шереметьева, нельзя допроситься в Париже простого ржаного хлеба. Этот соус обязан своим названием французскому городу Майон. Я думаю, что вы с легкостью догадались, что это соус майонез. Бразильские индейцы называют этот фрукт нано. Как же его называем мы? Мы его называем ананасом. Ребята, следующие вопросы будут о воде, о морях, океанах и всем, что связано с водой. Итак, самое соленое море – это мертвое. Наверняка вы знаете, в каждом литре его воды около 300 граммов солей. А какое море по своей солености на втором месте? Это Красное море. В каком океане могут купаться и африканские, и бразильские дети? Подумайте, ведь это совершенно разные континенты, находятся очень далеко друг от друга, а разделяет их Атлантический океан. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Я надеюсь, что все вы знаете Фернандо Магеллана. Имя какого русского богатыря стало названием самого высокого водопада в России? Ну, вы, я думаю, что знаете такое имя, как Илья Муромец, да, богатыря. Так вот, в горах на Курильских островах есть такой водопад, он и носит это имя Илья Муромец. Как в старину на Руси называлась бухта или морской залив? А назывался он Лукоморьем. В это озеро в России впадает 336 рек, а вытекает только лишь одна. Что это за такое известное озеро? Это озеро Байкал. Друзья, следующие задания будут о космосе. Человечество с незапамятных времен стремилось преодолеть земное притяжение и вырваться за пределы нашей планеты. И в середине 20 века удалось осуществить эту мечту.
Скажите, кто был главным конструктором первого космического корабля? Я надеюсь, что вам знакома такая фамилия Королёв Сергей Павлович. А кто побывал в космосе раньше человека? Все вы, конечно же, вспомнили знаменитых собак. Назовите космодром, расположенный на территории бывшего СССР, откуда осуществлялись полеты. Это космодром Байконур. Ну и, конечно, имя человека, который первым полетел в космос, вы знаете, это Юрий Алексеевич Гагарин. А на каком корабле, как назывался корабль, на котором он облетел вокруг Земли? Этот корабль назывался «Восток-1». Ребята, знаете ли вы, что самое жаркое место в Солнечной системе – это само Солнце, а еще точнее – это самый центр Солнца? Последние исследования говорят, что температура там составляет 15,5 миллионов градусов по Цельсию. А самое холодное место – это Млечный Путь, туманность Бумеранг, удаленная от нас на 5000 световых лет. Там минус 272 градуса по Цельсию. Ребята, отгадайте мои космические загадки. В небе виден желтый круг и лучи, как нити. Вертится Земля вокруг, словно на магните. Хоть пока я и не стар, но уже ученый. Знаю, то не круг, а шар, сильно раскаленный. Конечно же, это Солнце. Ночью с Солнцем я меняюсь и на небе зажигаюсь. Сыплю мягкими лучами, словно серебром. Полной быть могу ночами, а могу серпом. Это Луна. В телескоп скорее взгляните, он гуляет по орбите. Там начальник он над всеми, больше всех других планет. В нашей Солнечной системе никого крупнее нет. Ребята, какая же планета самая крупная? Это Юпитер. Все планеты с полюсами, есть экватор у любой. Но планеты с поясами не найдете вы другой. В этих кольцах он один, очень важный господин. Конечно, все вы помните Сатурн с его знаменитыми кольцами. Это красная планета по соседству с нами. Он зимой и даже летом мерзнет над льдами. Странно, что не говори, лед не сверху, а внутри. И эта планета называется Марс. В космосе с хвостом летаю, пыль Вселенной подметаю. Как метла мой длинный хвост проведет уборку звезд. И это комета. Он в скафандре со страховкой вышел на орбиту. Кораблю поправил ловко, кабель перебитый. Речь идет о космонавте, или можно его назвать астронавт. В космосе нет сковородки, и кастрюли тоже нет. Тут и каша, и селедка, и борщи, и винегрет расфасованы как крем. Космонавтом буду, из чего-то я поем вовсе без посуды. Ребята, из чего же едят космонавты свою космическую еду? А она упакована вот в такие тюбики. Есть окошко в корабле, челленджеры, мире, но не то, что на Земле, в доме и квартире. В форме круга то окно, очень прочное оно. Как же называется такое окно? А оно называется иллюминатором. Ну что же, друзья, я надеюсь, что вам было интересно поучаствовать в викторине и ответить на ее вопросы. А мы вас приглашаем в Центральную детскую библиотеку имени Самуила Яковлевича Маршака за книгами о космосе, о природе, о планете Земля.